Так, МКС. 27 июля. Это всегда было весело. Сейчас попробуем остановить, конечно, он сам пролетел. Опа, пролетел, попали. Отлично. Ну, еще раз так сыграем. Опачки. Прямо надо мной летит. Сейчас развернусь. О, он же у нас сейчас будет рядом с Вега лететь. Где Вега? Вот Вега. Справа от нее. Точно, сейчас я. Вот так поставлю, и вот здесь он пролетит. Ждем несколько секунд, и он сейчас шмыганет. Вот он. Он, в смысле, искусственный спутник Земли. Она, в смысле, Международная космическая станция. Звуки это от трамвайного депо, это не от МКС. Международная и космическая. Да, сбросил я все настройки, поэтому сейчас основную работу делает фотоаппарат. Все-таки пришлось мне резко самому регулировать. Не справился. Это аппарат с автофокусировкой. А мы попробуем на ходу переключиться на режим автофокуса. Получится или нет. Конечно, это я. Вручную вращаю колесо. Эй, ты где? Вот. Ну, это уже, конечно, на излете. Ну, просто как факт. 27 тысяч километров в час мчится эта красавица. На высоте 400 километров над нами. В данном случае над Харьковом. Ну, все, уже он за деревья сейчас нырнет. Хорошо. Что у нас там со временем, что у нас там со всем остальным?
Вон еще закат видно. Пускай, господи, русский язык ко мне. О, так вон же еще и Венеру можно увидеть. Сейчас я на нее вручную наведусь. Раз уж автофокус нас подкачал маленько. Сейчас. До Венеры 200 миллионов километров. Не самый фонтан, в смысле. Расстояние для съемок бывало и 80 миллионов километров. Вот. Относительно провода, как она будет двигаться. Это вращение Земли. Смотри, как шпарит быстро. Вот объективно Земля так вращается. Ладушки. Качество съемки, конечно, не фонтан, но это что фотоаппарат сам установил. Буду восстанавливать свои, наверное, настройки все-таки. Свои мне как-то больше нравились, чем автомат решает. На одну функцию надеялся, что сможет сфокусироваться автоматически, и то не сложилось. Лучше уж буду каждый раз тыкаться. 21.09 по Киеву в Харькове. 27 июля 2021 год. Уже взошел Сатурн, скоро взойдет Юпитер, но снимать я их, наверное, буду с утречка перед работой.